Сегодня в Роспотребнадзоре подтвердили диагноз у троих пассажиров, прилетевших из Турции. У двоих обнаружили энтеровирусную инфекцию, еще одного ОРВИ. Диагноз четвертого пассажира не подтвердили. Напомню, четырех красноярцев, прилетевших из Анталии, прямо из аэропорта госпитализировали в БСМП. Трое из них дети. Все пассажиры прилетели в Красноярск авиакомпании «Пегас Флай». Сейчас пациенты получают лечение, продолжаются лабораторные исследования. А все, кто контактировал с больными, также находятся под медицинским наблюдением. Заражение энтеровирусной инфекцией врачи не связывают с условиями пребывания на борту воздушного судна.